после того, как мы отнесем 5 мухоморов к Кэти, сестре бармена, председатель нам попросит нас найти стукача, который сливает информацию бандитам. Значит, что мы делаем? Первым делом мы идем за оружием. Подходим вот к этому дедульке, разговариваем с ним, и он просит собрать урожай кукурузы за его домом. Делаем это. Также здесь находится лопата. Она нужна, чтобы раскапывать могилы. Кстати, там вот здесь за забором есть несколько могил, вот слева. Можно будет потом пойти их раскопать. Идем к дедульке. Даем ему отчет о проделанной работе. Взамен он дает мне охотничью винтовку. Теперь идем в этот дом. И вычисляем стукача. Я бы хотел узнать твое отношение к бандитам. Допустим, я хочу к вам присоединиться. Если у вас общение прокачано на 40, то можно поиметь 100 рублей сразу. Успех. Оставляем его здесь. Не говорим, чтобы он убежал. Если нажать следующее действие, то он убежит. Идем, сдаем его председателю. Я нашел стукача. Это Гришка. Харизма. Не сработало. Общение. Получил я дополнительно 150 денег. Готов помочь в устранении. Председатель просит избавиться нас от Гришки. Пойдемте сразу. Значит, давайте сразу зарядим берданку. Выберем патрон. И перетащим его на винтовку. Патрон заряжен, видите, вот внизу. Иначе в процессе боя потом потеряем лишние очки движения. Идем к Гришке. И говорим ему, то есть смотрим азартные игры, сила. Ну, у меня прокачано общение, поэтому я буду действовать этим способом. Новый уровень. Ага, есть у меня свободные очки. Навыков. Значит, что мы делаем? Прокачиваем общение. Ну, давайте поднимем до 45. Есть. Сработало.
Гришка идет к заброшенному дому. Зайдем по пути в магазин. Купим здесь еще один патрон. Хочу купить у тебя что-то. Ага. Где наши тити-мити? 770. Готово. Да не, 10 рублей получается, а то 3 штуки столько стоят. Ладно, 3 патрона хватит. Сделка. Кстати, вот здесь вот, в уголку вот, вот он, находится схрон. Здесь лежал еще один патрон и лежал нож. Если вы до сих пор не взяли, пойдите возьмите. Вот он и Гришка. Да, давайте сразу зайдем вот в этот заброшенный дом. И здесь находится тайник. Нужно нажать на вот эту кнопку, чтобы туда попасть. В тайнике находится сейф с паролем, который пока неизвестен. И находится еще один патронник, который нам пригодится. Щелкунчик. У которого не хватает шпаги, то есть нам нужно будет ее со временем найти. Позже я покажу, где она находится. Ну что, сохраняемся и будем гаситься с Гришкой. Подходим к Гришке. Что тут, кстати, у него на бартер? Нож. Заточка. 13 рублей. И кубики. Ладно, мы это все потом заберем. Извини, мужик, ничего личного. Есть, попал. Отходим. Перезарядка. На перезарядку уходит целый ход. Есть, при смерти. Ну, думаю, если он сейчас меня промажет, то я его добью ножом. Фига. Раз, два. Есть, отлично. 60 очков опыта. Воровской паспорт, чтобы попасть в банду. Заточка и кубики. Взять все. Подходим к председателю и сдаем задание. Дело сделано. 159 очков опыта. Но ответить лучше спасибо, деньги не помешают, потому что больше он все равно не даст, а если оставить себе, то он не даст ничего. 700 колов. Отличный заработок.
Ну и председатель просит нас внедриться в банду, выполнять их поручения и все такое. Что мы будем делать уже в следующей серии, выполнять это задание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.